Владимирский биатлонист Алексей Слепов удачно начал новый сезон в Кубке IBU. В эти выходные прошли сразу две спринтерские гонки. В первой Алексей с одним промахом стал шестым. Это лучший результат среди россиян. А на следующий день он вновь тащил за собой сборную. На этот раз он финишировал вторым, проиграв немцу Флориану Графу 16 с небольшим секунд. На огневых рубежах Алексей вновь допустил всего один промах. После первого этапа наш спортсмен вместе с известным норвежцем Ларсом Бергером делит первое место в общем зачете. У обоих по 92 балла.